Друзья, привет! Вот новое изделие заказал человек с Новосибирска на трактор Хиномото 238 или 283, я не помню. Трактор кош-воришку 1,40 м большой и отвал поворотный 1,5-метровый. Полный комплект, гидроцилиндры, распределитель двухсекционный. В общем, отвал прочный по всем грунтам, резинкой мы сейчас их не снабжаем. Гидроцилиндр имеет ход, видите, болты свободные. Многие спрашивают, вот зачем это. Это сделано для того, что при повороте меняется угол гидроцилиндра. Если мы сделаем плотно, загнешь шток, либо будет ломать уши. А так шток ходит по этим болтам вверх-вниз. Вот, вот так. И все работает. Если пытались ставить пружины туда раньше, пружину сжимает и отрывает, либо уши выгибать, либо гнет шток. Поэтому все пусть будет так, как мы делаем. Ковш здесь, воришка у нас полный комплект, с пальцами идет. Также нож у него идет. Ну и здесь такой вот отвал, пластинка есть прижимная, резинки нет. Так что звоните, заказывайте. Сейчас повезем отправлять. Человеку приедет. Человек видео снимет, обещал нам. Будем ждать, пока я выложу видео. Все, всем пока. Звоните, пишите.